Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам! Мы, православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Чего? Мы людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Как душу спасти, чтобы не погибнуть? Давай. В мир пришел Спаситель Иисус. В мир сошел Спаситель Иисус Христос. Он был распят на кресте, это своей жертвой. Он принес, взял все грехи мира на себя. То есть верующий человек в Сына Божия имеет прощение грехов и жизнь вечную, чтобы Господь обещал любящим его, исполняющим его святые заповеди. Если человек отринет это спасение, то его ждет вечное мучение, нескончаемое и бесконечное. То есть человек должен здесь, в этой жизни, сделать выбор. Или ты живешь с Богом, исполняя его святые заповеди, веруя во Христа, ты унаследуешь жизнь вечную, бесконечную, радость, блаженство. Или ты живешь согласно своей воле, как тебе охота, и ты только за гробом обрящешь только вечные мучения, нескончаемые. За гробом покаяния нету, только в этой жизни. И перед человеком всегда Господь ставит выбор. Вот изберегит жизнь. Зачем тебе умирать, Господь говорит. Господь наш сказал, говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть покаяться в чем? В грехах. Каждый человек осознает, что в жизни он много согрешает. У меня от Бога Господь привел 26 лет. 26 лет я стал осознанно на колени перед Богом. Узнал такой Бог, потому что я читал Библию, потому что у человека правильная вера появляется, когда он вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, когда читаешь Слово Божие, Библию, тогда ты начинаешь, твой разум проясняется, и ты обличаешься Словом Божиим, понимаешь, насколько ты грешен перед Богом Создателем. Вот взять одну хотя бы заповедь, не прелюбодействуй. Это седьмая заповедь, говорит о том, что ты не должен изменять своей жене. Но также в эту заповедь входит и блуд, когда ты вне брака блудишь тоже. И вот Господь в Евангелии говорит, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, то есть желанием, уже прелюбодействовал в сердце своем, то есть ты уже нарушил седьмую заповедь. И в этом большинство, сейчас особенно в нашем мире, погибает от этого, именно от блуда. Вот так мы свидетельствуем, плюс мы еще делимся теми, что у нас есть какое богатство в интернете. Вот у нас тут записано, это «Открытым оком во свете Библии», это наш канал YouTube. Сайт под этим же названием и форум. То есть, если вы зайдете, много полезного для себя узнаете. Для спасения души именно. Вот. А если у вас будет желание, вот рядом со мной старец сидит, его фамилия Игнатий Лапкин. То есть, зовут Игнатий, а фамилия Лапкин. И можете по скайпу выйти, задать свои любые вопросы, какие у вас есть. То есть, много также узнаете души спасительные. Если у вас даже сейчас какие-то вопросы есть, задавайте. Нет, спасибо, сейчас нет у нас. Ну все, Бог помощь вам. Все Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Мир вам, мы православные христиане, зашли вот в эту чат-рулетку рассказать людям о Боге, о спасении души, о вечности. Здравствуйте, друзья мои. Я с удовольствием вас послушаю. С удовольствием вас хочу узнать, что вы мне расскажете. Бог Создатель, Создатель неба и земли, всей вселенной, послал в мир своего единородного Сына, Иисуса Христа, который сошел в этот мир, был распят на кресте и на третий день воскрес. То есть это самая своя жертва, он принес, взял все грехи мира на себя, как в Евангелии от Иоанна 1:29, это из Библии, я вам цитирую, написано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И верою в это принесенную жертву Иисус Христом, человек имеет прощение грехов и жизнь вечную, что Господь обещает вечности любящим его, исполняющим его святые заповеди. То есть в этой жизни перед человеком стоит выбор. Господь ставит, избери жизнь, а не смерть. То есть ты должен познать, кто такой Бог, исполнить его святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Если ты это отвергнешь, будешь согласно своей воле жить, как тебе хочется, или как ты думаешь себя. Вот. За это только тебя ждет ад, вечное мучение. То есть среднего пути нету серенького. Полностью с вами согласен. Также читал Библию, читаю Библию. Слава Богу. Согласен. Мы еще также делимся своими богатством, которым мы имеем. На ресурсах интернета. Это у нас
есть канал на Ютубе «Открытым оком во свете Библии». Вот мы написали специально, чтобы люди понимали это. Вот. И также под этим названием «Открытым оком» есть сайт, форум. Там много полезного узнаете для себя тоже, возьмете. Разделю. Угу. Что есть, разделю. Сейчас прям. Разделю, это значит, под этим же названием сайт есть и форум. Да, сейчас. Вы набираете, да? Да. В Ютубе скажи, сколько у нас. В Ютубе у нас более 13 тысяч видеороликов наших выставлено. То есть мы там все снимаем, нашу жизнь православную. Так деревню строим православную. В которой... Деревню строите православную? Да, у нас на 5 столпах утверждается. То есть... Вот сейчас вот это уже интереснее стало. Вы строите деревню, православную деревню? Да, с нуля именно построили уже. Там, можете ссылку где поставить? А вот в Ютубе вы наберете наш канал, вот это, «Открытым оком во свете Библии», и там все увидите. В поисковик введете деревню. Потому что вот это мне уже очень интересно. Да. Православные деревни, потому что я за это, я хотел давно что-нибудь в этом роде вот построить. Человек там... деревню. Ему скажи, зарядить надо, поселок Потеряевка. Поселок Потеряевка. Я слышу вас. Он слышит. И там может человек поселиться, если он докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть 5 качеств основных. Никогда в жизни не воровал. И тогда только с человеком будет беседа. В основном беседа проходит, вот я вам все показал, вот Игнатий Лапкин, это вот перед вами вот старец сидит. У него скайп есть, можно по скайпу выйти, подготовить свои вопросы и побеседовать. Чтоб только открыто... Благодарю вас очень сильно. Прямо сейчас я пойду. Так, и найду эту страницу, и сейчас посмотрю. А? Что? Вопросы, может быть, задать. У вас сейчас вопросов нету никаких? Нет, вообще-то нету. Нету, по идее, да? Вы все на вопросы ответили. Все, мне понравилось. Ну все, тогда Бог помощь вам. Благослови. И Бог помощь вам. Все, с Богом. Здрасте. Сейчас. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Понятно. Вы сами человек верующий? Я верю в себя и в Бога, но не в церковь. Понимаете, да? Разница. Так понятно, это самая первая ступенька у нас. Отвергнись себя. А вы говорите, я верю в себя. Отвергнись, растопчи. Тогда место будет Христу. А я эгоист, значит, у тебя ни с женой не будет мира, ни с детьми, ни с кем. Потому что у всех другая. А тот тоже в себя верит. А мы все разные. А когда мы верим в Христа, Христос Духом Святым очищает. От грехов мы все одинаковые. А это что мне надо сделать конкретно в поведении, чтобы поверить в Христа? А вот смотрите, есть такая книга. Я читал все. Я читал и Коран, и Библию, и Тору. Вот смотрите. Ну, я понял. Я знаю. Вот. И что, если я прочитаю, я стану верующим? Нет, надо верить. Прочитать это не все. Надо верить. А как это верить? Выпросить у Бога веру. Вот я когда был 5 лет, и Бог дал мне веру, что будет суд Божий за все отмечать, страх Божий как бы не согрешить. У нас родители, отец и мать, отец с фронта вот такой, без руки вернулся, они вместе полкласса не кончили, а нас в семье 10 детей. А как вас зовут? А я вам показываю, вот в конце, прочитайте, нижняя строка. Игнатий Лапкин. Игнатий. Если вы в интернет зайдете, вы там найдете кое-что. На наш канал только заходите. И вот, и мать рассказала о Боге. Она говорила, никогда не воруй, никогда не матерись. Я за всю жизнь, мне 80 лет, я ни одного матерка не сказал. Это материна, она вложила в нас. Но и Библии не было. О Христе я знал, что сын Марии, больше не знал. Я считал, Мария выше Христа. Такое понятие было у меня. И вот... Знаете, как вы относитесь к церкви? К церкви? Да. Церковь – это невеста Христова. К церкви невидимому, которую Бог дал. А то, что в церкви делается, ну, истина, говорит, есть, да не истинный служитель у нее. Я православный, значит, я в церкви. И вы зайдете вот на наш канал. Вчера у нас служил митрополит в нашем храме. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Православная. И вы увидите, какое наше отношение, какое благоговение, как одеты люди, как за столом себя ведут. Это все хорошо. Вот смотрите, а я вот, скажите мне такой вопрос. Я вот в Израиль ездил в свое время. Вот.
и посещал разные святые места и так далее. Я узнал историю Израиля и понял, что очень много людей погибло, воюя то за Христа, то за Аллаха. И для себя сделал выводы, что религия очень много людей погубила. Вот что вы на это мое утверждение могли бы сказать? Ведь действительно очень много людей погибло. Да, я отвечаю. Вопрос задали, умейте выслушать. Если будете перебивать, ответ не узнаете. У нас написано так. В Ветхом Завете написано было: «Возненавидь врага твоего». А Господь дал заповедь: «Люби врага твоего». Враг голоден, не убивай, накорми его. Враг жаждет, напой его. Вот какая у нас заповедь. И поэтому от христиан в Израиле погибло, я говорю, когда? Крестовые походы, да, это католики были, а у нас этого нету. Мы, у нас даже в армии сейчас, вот, мы в Барнауле живем, это Алтайский край, то у нас идут, когда в военкомат, ну, надо за полгода раньше прийти туда, или за 3 месяца, мы подаем документ, что согласно Конституции Российской Федерации, такого-то закона, мы можем избрать альтернативную службу. То есть без присяги, без оружия. Тогда нам уже не 2 года, там, а 3 года служить с больными, с заразными. То есть куда угодно я пойду. Но убивать не будем. Мы никого не убиваем и даже оружие не берем. А мы православные. Нас православные свои долбят каждый день. Мы никого не взрываем нигде. Это другие люди делают. А можно тогда еще вопрос? Я понял. Позвольте, я еще один вопрос задам. Да, пожалуйста. Вот я смотрел расследование Навального Алексея, и он там показывал хоромы, я не знаю, как, к сожалению, вот главного православного... Патриарха? Да, патриарха. Как вы относитесь к этому? Что он... Библия же не разрешает так. Там же есть такая штука, что легче... Я дословно не помню, в общем, легче богатому войти там... Нет. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому Царство Небесное. Но я за них не отвечаю. Вы правильный вопрос задали. Они такие, но у меня ничего нету. Я за них не могу отвечать. Господь говорит: не суди никого, сучок в чужом глазу, в твоем бревно торчит. И поэтому он так живет. Ну и что, на меня это не влияет. У меня ничего нет. Вот видите, какая обстановка. Как тюремная, говорит, обстановка. Чтобы маленькая комната. У меня комната 12,8 квадратных метра была. А сейчас, наверное, больше, 13 метров. А один... ну, вы хороший человек, я понимаю. Вы хороший человек, чистый. А я имею в виду к тому, что есть же в этой организации не очень хорошие люди, которые используют... веру не для, как бы, духовных целей, а для каких-то своих корыстных вещей, правильно? Правильно, я отвечаю на это. Вот мы, видя все это в церкви, не знали, как от этого избавиться. Мы приходили, стояли, у меня брат священник, на 5 лет моложе меня. Вчера ему исполнилось 40 лет, как он священником уже находится. Был митрополит, служили у нас. Это. Вы зайдите только на наш вот YouTube, верхняя сторона. Да, я зайду. И вы увидите, как служба идет, как у нас люди одеты. Ну да, и мы не знали как. И тогда стали молиться. И Господь нам указал. Мы подали заявление русскую православную церковь за рубежом, царской, которая была, белоэмигранты, которые за границей. И мы были приняты. Ну, у нас хорошее отношение с патриархией, но мы по ей не подчиняемся. И у нас вот это, что говорят, там продажа, у нас ничего не продается, крещение там, у нас все бесплатно делается, десятина введена. И у нас совершенно нет того, что у них есть. У нас, если человек выпил, на 2 года отлучается. Пост не соблюдает — на 2 года. Женщина сделала аборт — на 10 лет она только в коридоре стоять будет. Правило Василия Великого II. У них это ничего не соблюдается. Священники может ставить не раньше 30 лет. 30. 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. А у них ставят, вчера диакон у нас служил 23 года, а в диакона 25 можно. Я это все сказал. У них сегодня 719 правил. У нас, которые регламентируют нашу жизнь. Из них в церкви ежедневно, это моя работа, ежедневно, целенаправленно нарушается 413 правил. Мы все должны делать бесплатно. У нас ни за чего нигде деньги не берутся. Никак. Вот у них, если человек пришел креститься, ну, 20 минут, может, побеседуют. У нас, чтобы крестился, он ходит на занятия 500 часов. У каждого должно быть 2 поручителя. Мы сходим домой. Если учится в институте, как он учится, мы все узнаем. Женат, не женат, разведен, не разведен.
ушел от жены, если она просто тебе не понравилась, вернись к ней. У нас он не женится. Если венчаны был, он никогда второй раз брак не будет у нас. Наши две общины. И они одни, единственные такие во всей России, да и во всем мире. И мы своими силами стали делать все по уставу, как мы православные, без дураков. Все посты соблюдают. Я начальник детского лагеря. Это мое детище. Я создал его. И дети были разных национальностей, вер. 45 лет я. И меня воздали, и уголовные дела возводили, что только не делали. Но мы устояли. Тысячи детей подняли, ни рубля государство не дало. И вы все найдете здесь. Как дети стоят на крышах, скандируют. Уходите, займитесь своей душою. Ну, дальше там... Что коммунисты, людоеды, оставьте лагерь в покое. Это лозунги держат и скандируют. А у нас в лагере лозунг был: «Россия должна встать». «Россия — это мы», и скандировали дети. Тысячи детей, ни рубля мне государство не дало. А я благодарю Бога. Мы строим деревню, сами дороги делаем, столбы ставим. Все сами делаем, пруды восстанавливаем. А где? Скотина держат, занимаются пчеловодством, птиц много. С нуля взяли землю, а в России 21 тысяча селений исчезли. 10 тысяч еще дышат на ладан, то есть 1-2 человека. Мы взяли участок совершенно, это бывшая наша деревня. Получили статус через краевую администрацию, зарегистрировались в краевом отделе юстиции, сами первым делом храм построили, государственная школа своя. Государство, учителя от государства, наши верующие. У нас никто не курит. 5 принципов. Чтобы человек поселиться мог, должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Тогда первый разговор будем вести. Вот вы разговариваете с людьми, которые ни в чем, нигде, никогда не лгут и не лицемерят. У нас не принято это. Это грех. Вот вам ответ. И мы тогда пошли... Мне просто интересно с религиозными людьми пообщаться. Ну вот, еще раз говорю, запомните, открытым оком во свете Библии. Видеоканал. Там у нас 13 900 роликов наших. Мне Господь позволил. Мне сколько лет, вы думаете? Ну, я боюсь ошибиться. Так не могу. Ну, сказать. Примерно так. Ну, сколько там? Ну, не 30 же лет. Наверное, больше. Ну, больше 60. 80. А я прошел 5 тюрем и лагерь смерти. 26... Это у вас при Советском Союзе? Конечно. Так? Я освободился только в 87-м. И... А за что ж вас так? А? А за что вас так? За то, что я насчитал почти 50 книг и на пленке распространил Златоуста, Библию, но я попутно еще распространил архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. А сейчас его в школах преподают. А я его насчитал на 11 катушек, 375 метров, 8 часов 20 минут звучания. У меня тон-студия была. А скажите, пожалуйста, у меня просто на самом деле дедушка покойный из Алтайского края. И там герой Советского Союза и так далее. У меня такой вопрос. Но ведь у нас же у русских, у славян была своя религия до православия. А какая? Язычество. Да к кому они молились? К лесу? В лесу? Язычество? Ну это же выдумка все. Язычники поклонялись солнцу, луне, ветру, звездам. Это все известно. И вот, даже там около евреев... Если завтра солнца не будет, то мы не выживем. Да. Это и там у них было Вельзевул. Они поклонялся Бог над мухами, чтобы мух не было. Бог. А мы верим во Христа Спасителя, который умер за наши грехи и дарует прощение за то, что я верую. Ну, а я должен жить по заповеди. Я уверовал 23 года. Говорят, ну, значит, у вас в жизни что-то не ладилось, вроде я сгорбатился. Я во флоте служил. У меня отличное здоровье. Я поступил после армии опять во флот, работаю. Поступил в училище мореходное высшее. Добивался разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии, английский, немецкий или французский. Мне, передо мной дверь раскрыта была. И в это время вот эта святая Библия в руки дана была. Я уже через 10 минут встал с колен, и я на себя, который склонялся, смотрю. У меня блестящие характеристики в училище были, а тут сразу другая.
Я член судового комитета, там все было. А как уверовал, сразу с ума сошел. И авторитетом не пользовался. В один день меня, ну, меня не выгнали, но я ушел. Ушел с корабля. Ну, а дальше началась вот эта эпопея, меня гонять по социальной лестнице. А у меня ничего нет, я прораб. А работать нигде не дают. Я должен был на самой низкой работе. Я 40 лет печи делал. А это заработное уважение. Я специалист. Я когда работал на стройке, у меня всегда выработка была 280-300%. Я неукротимый был в работе. И когда я первый раз услышал, что человек должен десятую часть, ну, сотню, десятку, отдать на дело Божье в церковь-то. Я никогда не слышал. Но Господь говорит, это благословение получишь. Бог говорит, небо открою для тебя. Я внутренний, а мне 23 года, я весь, как говорится, на мускулах. Я подумал, а я буду платить 9 десятин, 100 рублей заработаю, 9 отдам на бедных. Я прожил 56 лет на этом накале, ни разу не изменил. Это моя жизнь. И обо мне сняты фильмы государственные. Один вот и зайдете, называется «Златоус из Потеряевки». Златоус – это мне прозвище, а Потеряевка – деревня наша. И этот фильм занял первое место в России. Второй фильм «Предчувствие». Мы там частично участвуем. Мне говорят, только вы его и вытянули. Он первое место на международном киноконкурсе получил. Мы для Бога это делаем. Я что, хвалюсь Богом моим? Моего там ничего нету. Вот у меня 38 томов вышло, я развозил по библиотекам. 38. Том 752 страницы. И последние книги. «Все сыне Божий, помилуй меня грешного». Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Я мусульманин. Ну я... что ж, мусульманин, он тоже умирать будет, на суд Божий предстанет, хоть и мусульманин. Ну да. У мусульман есть книга своя священная, там описано, как за гробом мучаются грешники. И мы об этом говорим, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Мы сейчас с молодым мусульманином разговаривали. Мы показываем, вот как ездили мы в миссионерской поездке, в Баку, в доме мулы ночевали. Какие беседы были. Потом ходили в мечеть, я там молился. В комнате для намаза. Мусульманство нам очень хорошо известно. Вы скажите, в мусульманстве самое ценное что? То, чего у нас, у православных даже нету. Вера. Ща? Вера. Вера. Так у нас вера есть. Наша вера выше вашей. У нас Христос Спаситель, у вас нету Спасителя. Нет, не это. У вас именно ценное. У вас есть, а не у нас. Я вопрос-то вам задаю. Самое ценное в мусульманстве что? Чего у нас нету даже? А я это хочу иметь, но не могу никак. То есть я для себя сделал, а другие не могут сделать. У нас ценные Коран и Пророк. У нас Библия. С Кораном даже сравнивать не надо. Не знаете? Я вам скажу. Не. Старайтесь сказать. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что самое ценное, за что вы должны двумя руками держаться? Никому не отдавать из мусульманства вот это. Ну. Пятикратный намаз. Пятикратная молитва в день. А отсюда вся жизнь пойдет. Но мы, православные, которые Бога познали, мы молимся семикратно в день. 118 псалом, 164 стих. Я говорю, когда мы были в Баку, в доме мулы ночевали. И какие беседы там были. Потом в мечеть им ходили, молились. Это Господь делает. У нас поездка была, у меня 38 книг вышли. Я решил подарить библиотеке. Мы в Барнауле. Доехали до Владивостока, потом контейнерами книги отправили на границу и дошли до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. 6 мусульманских республик и Турцию прошли. Прибалтику и Скандинавию. Я везде 650 городов подарил книги. Книги. И одна книга посвящена у меня мусульманству. Где я разбираю Коран по сурам и аятам. Ничего не критикуя. Сравнивая с Библией. Откуда это взято. Что похожее есть. Как понимают. Какие у вас там толкователи были. Что о мусульманах сказано политическими деятелями за 1300 лет. Показываю превосходство их, в чем именно? Умение сохранить женщин. Чужих они считают за кобылиц, можно скакать, как жеребцу, а своих берегут.
Что смеешься-то? Это так. Вот здесь вот мы смотрим, вот эта рулетка. Тут 80% мусульман. И уже готовы, и все, и гуляют, там пьют. Выходишь, когда я мусульманин, а там вокруг девки его, как будто у него гарем какой-то. Это помойка, куда мы пришли. Пустота. Тут мы работаем, ремонт делаем. Так, вопросы у вас, если есть духовное, можете задать. Это вот наше открытым оком называется наш... Ютуб-канал. Канал в Ютубе. И вы зайдете, там можете... А если добавите к этим словам слово «сайт», вы зайдете, и там увидите мои вопросы-ответы, которые я в университетах давал. И отдельно мусульманство. Разбираю Коран, вам будет очень интересно. Притом никаких нападок, ничего нету. А моя фамилия, имя, если надо в скайп, вы зарядите Лапкин Игнатий. И мы с вами встретимся, побеседуем. Все. Открою, зайду. Храни вас Господь. Все, с Богом. Желаем уверовать во Христа и служить Ему. Аллилуйя. До свидания.